Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. Вот, будем надеяться, что присоединятся еще. Мы постепенно подходим к концу изучения маковейских книг. И, видимо, на следующем занятии закончим совсем. И мы дошли до, может быть, самого волнующего момента и тяжелого момента. Это сюжет, связанный с матерью. На самом деле мы его обсуждали уже в рамках второй маковейской книги, но там это достаточно кратко. Я сейчас вам снова, как мы уже это делали, несколько раз представлю сначала, как это выглядит во второй маковейской книге, а потом мы поговорим о том, как это выглядит в четвертой маковейской книге. Да, мы, пожалуй, именно так с этого и начнем. Вот я сейчас открою перед вами файл. Итак, вот мы видим то, что здесь написано, начиная со стиха 20-го. «Наиболее же достойно удивления исламной памяти мать, которая, видя, как семь ее сыновей умерщвлены в течение одного дня, благодушно переносила это в надежде на Господа». Исполненное, тут, не обращайте внимания на некоторые шероховатости перевода, мы это уже обсуждали, благодушно, это, конечно, неуместное здесь слово, исполненное доблестных чувств и укрепляя женское рассуждение мужеским духом, она поощряла каждого из них на отечественном языке и говорила им: «Я не знаю, как вы явились в чреве моем, не я дала вам дыхание и жизнь, не мной образовался состав каждого». Да, мы как бы понимаем, что для автора, разумеется, очевидно, что все это делает Бог Всевышний. Мудрецы Талмуда формулировали это в такой более, ну, сказать, уравновешенной форме: «Шлуша шутафим ля Адам», трое участвуют в сотворении человека, и эти трое, естественно, его родители и Бог. Так вот, «Итак, Творец мира, который образовал природу человека и устроил происхождение всех, опять даст вам дыхание и жизнь с милостью, так как вы теперь не щадите самих себя за его законы. Антиох же, думая, что его презирают, и принимая эту речь за поругание себе, убеждал самого младшего, который еще оставался, не только словами, но и клятвенными уверениями, что и обогатит, и осчастливит его, если он отступит от отеческих законов, что будет иметь его другом и верит ему почетные должности. Но как юноша нисколько не внимал, то царь, призвав мать, убеждал ее посоветовать сыну сберечь себя. После многих его убеждений она согласилась уговаривать сына. Наклонившись же к нему и посмеиваясь жестокому мучителю, она так говорила на отечественном языке: «Сын, сжалься надо мною, которая 9 месяцев носила тебя в чреве, 3 года питала тебя молоком, вскормила и вырастила и воспитала тебя. Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и землю, и видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего, и что так произошел род человеческий. Не страшись этого убийцы, но будь достойным братьев твоих, и прими смерть, чтобы я по милости Божией опять приобрела тебя с братьями твоими». Когда она еще продолжала говорить, юноша сказал: «Чего вы ожидаете? Я не слушаю повеления царя, а повинуюсь повеления закона, данного отцам нашим через Моисея. Ты же, изобретатель всех зол для евреев, не избегнешь рук Божьих. Мы страдаем за свои грехи. Если до вразумления и наказания нашего живой Господь и прогневался на нас на малое время, то он опять умилостивится над рабами своими. Ты же, нечестивый и преступнейший из всех людей, не возносись напрасно, надмиваясь ложными надеждами, что ты воздвигнешь руку на рабов его. Ибо ты не ушел еще от суда всемогущего и всевидящего Бога. Братья наши, претерпев на некраткое мучение по завету Божьему, получили жизнь вечную, а ты по суду Божию понесешь праведное наказание за превозношение. Я же, как и братья мои, предаю и душу, и тело за отеческие законы, призывая Бога, чтобы он скоро умилосердился над народом, и чтобы ты с муками и карами исповедал, что он один есть Бог, и чтобы на мне и на братьях моих окончился гнев всемогущего, праведно постигший весь род наш». Тогда разгневанный царь поступил с ним еще жесточе, нежели с прочими, негодуя на посмеяние. Так и этот кончил жизнь чистым, всецело положившись на Господа. После сыновей скончалась и мать. А мы сейчас не будем говорить о поведении седьмого сына. Мы это обсуждали в прошлый раз. А главным образом
поведение матери. То, что здесь проявляется немножко пунктирно, то проявится в четвертом Маковейской книге гораздо более объемно. Но я сразу же хочу обратить ваше внимание на следующую фразу, где сказано, что мать укрепляла женское рассуждение мужским духом. Мужеским духом. Что за этим стоит? Это не просто какое-то нейтральное утверждение. Это на самом деле некоторое принципиальное заявление. Дело в том, что в античном мире, как в греческом, так и в римском, предполагалось изначально, что женщина не может владеть своими страстями, поскольку в ней чувства преобладают над разумом. Это как бы способность разума контролировать поведение, чувства, свойственно мужской природе. Соответственно, мы фактически не найдем в античном мире философинь. Все философы, собственно говоря, мужчины. А если женщина неожиданным образом становится философом, то это нечто из ряда вон выходящее. Судя по всему, мудрецы Талмуда унаследовали это мировоззрение. И это, как полагают сегодня исследователи, главная причина известного благословения, которое гласит, да, одно из утренних благословений, «Барух Шило Саниша» – «Благословен, что не создал меня женщиной». Это благословение, которое современного человека, даже не обязательно крайне феминистически настроенного, настораживает и вызывает какое-то неудобное чувство, которое в свое время до крайности возмущало Льва Толстого, о чем он писал. Это благословение по-всякому пытались объяснить в рамках еврейской традиции с тем, чтобы снять остроту вопроса. Но, судя по всему, реальная причина именно в этом и заключается. Именно в том, что женская природа не предполагает с точки зрения как греко-римских философов, так и мудрецов, живших в этом культурном мире, не предполагает власти разума. Поэтому, кстати говоря, это одна из, по крайней мере, из причин, почему мудрецы Талмуда с такой настороженностью относились к женщинам, которые старались превратиться, ну, скажем, в Талмидот Хахамим. Да, если мы посмотрим на рассказы Талмуда об этих женщинах, то мы практически всюду заметим, что есть некая проблема. Да, это воспринимается как какое-то исключение, искажение, что-то вызывающее, ну, по меньшей мере изумление, а иногда и осуждение. Да? И таким крайним примером, например, крайним примером этого является образ Брури, жены знаменитого Танны Раби Меира. И это как бы представление дошло до наших времен. Сегодня как бы в таком, скажем, открытом религиозном мире женщины наравне с мужчинами учат Тору, есть Мидрашот, есть как бы все уравнялось, но, например, в ультраортодоксально харидимном обществе это не так. Это не так. То есть это как бы дошло до наших дней. И именно на этом фоне удивительно. Дима, а ты можешь привести какие-то конкретные примеры
что именно Хазаль эту линию продвигают, а не какие-то другие линии, которые, скажем, продвигает боярин. Боярин на самом деле тоже упоминает. В своей книге он это упоминает, и он это обсуждает, делая, правда, некоторое различие между тем, что происходило в земле Израиля, и тем, что происходило в Персии. Он считает, что в Персии это как бы сопротивление женскому изучению Торы было гораздо более сильным. Но так или иначе, он приводит целый ряд примеров. Что касается Брурии, то он, в частности, обсуждает известную историю, которую приводит Раши в своем комментарии к трактату Авода Зара, касательно того, как Брурия, жена Раби Меира, по его же наущению, была соблазнена его учеником и покончила в результате с собой. Есть еще целый ряд примеров такого рода, и внутри, не только как бы, в средневековом комментарии, но и внутри самих текстов Хазаль, где как бы, есть ощущается определенная проблематика в этой связи, конфликты между женщиной, изучающей Тору, и мужчинами, там, скажем, Ялта, жена Раби Нахмана, конфликтует с мудрецами. А если такая женщина воспринимается исключительно позитивно, то это, как правило, женщина, которая заранее позиционирует себя в подчиненном положении. Она себя как бы умаляет. Такова, например, дочь, безымянная, кстати говоря, дочь Рабана Гамлиэля. Есть еще целый ряд примеров. То есть как бы для мудрецов об этом написано просто море литературы на эту тему. Вопрос состоит в другом. Вопрос, значит, то есть то, что здесь есть напряжение, это понятно, да, боярин это хорошо объясняет. Но, значит, ты говоришь, мне кажется, вещь, которую боярин не говорит, а именно, что здесь, что они считают, что женщины не могут, у женщин разум не может совладать над чувствами. И это действительно видно в этой истории с Брурией, но не вполне понятно, что проблема именно в этом. А вот говорится ли это где-то прямым текстом? Прямым текстом это не говорится. Прямым текстом вот так, чтобы просто было сказано, женщина, ну, скажем так, есть целый ряд алахот, да, которые, опять же, можно, как бы не говорится прямым текстом, что причина тому неспособность женщины с точки зрения мудрецов находиться под полным контролем разума. Но мы знаем, что есть целый ряд алахот, где женщины, скажем, уравниваются с детьми, с рабами, как бы. Но это могут быть разные причины. Я просто пытаюсь понять. Я согласен, что могут быть разные причины. Могут быть разные причины, разумеется, но опять-таки я как бы ссылаюсь сейчас на написанные сегодня целый ряд исследований на эту тему, которые пытаются эту причину отыскать или эти причины отыскать. И одна из центральных причин, которые на этот счет предлагаются, это вот та причина, которую я назвал, и это связывается с общим культурным как бы мильё, в котором живут мудрецы. Да? То есть как бы вот эта параллель между тем, что в греко-римском мире мы практически не находим женщин-философинь, и одновременно у мудрецов практически нет женщин Талмидот Хахамим, эта параллель заставляет задуматься над тем, что может быть и причина та же самая. Что касается греко-римского мира, то эта причина прямо заявляется. Да, это как бы четко у разных авторов появляется в разных текстах. Об этом, если ты захочешь, я тебе скину ссылку на одну статью, которая вот как бы об этом непосредственно пишет. Спасибо. Так вот, как бы на этом фоне
интересным и удивительным является образ женщины, матери семерых сыновей во второй Маковейской книге. Тут как бы оговорка делается, что она укрепляет женское рассуждение мужским духом. Вот. Но в целом она как бы произносит некоторые философские тезисы, да, касательно сотворения мира и человека, его назначения и так далее. Да, так это выглядит во второй Маковейской книге. И я хотел бы подчеркнуть, что несмотря на то, что вторая и четвертая Маковейские книги пишутся в рамках греко-римской культуры, но одновременно они являются полемикой с греко-римским миром. Так что, возможно, избрание такого образа как бы в пику утверждениям греко-римских мыслителей, оно не случайно. Да? Хотя, опять же, с оговорками. Вот если из второй Маковейской книги мы сейчас возвратимся в четвертую, то мы увидим, насколько это гораздо более объемно и широко представлено здесь. Итак, что здесь написано? «И не считай», я нахожусь сейчас в 11 стихе 14 главы, «и не считайте удивительным, если разум поддерживал мужчин среди мучений, когда и разум женщины возвышался над многообразнейшими страданиями». Да, то есть вот сразу же он заявляет, разум женщины возвышается над страданиями, над патосом, потому что страдания – это страсти. Да, и по-русски это звучит как бы слова одного корня. И на греческом тоже это патос, страсть и страдания. И разум, логисмус или нус, возвышается над этим. «Ибо мать этих семи юношей переносила муки, присужденные каждому из чад ее. Вы знаете, что та чадолюбивая нежность, у которой много детей, все принимает к сердцу. Даже бессловесные животные, как и люди, имеют сострадательность и нежность по рождениям своим». Это, кстати говоря, вот такое биологическое сравнение, оно характерно для как раз некоторых греческих текстов, в основном у софистов. «Из птиц кроткие, живущие при домах, защищают своих птенцов, а дикие высиживают птенцов на вершинах горы, на утесах долины, в дуплах дерев и на верхах их, и приближающегося оттуда отгоняют. Если же не могут отогнать, то, летая вокруг их с печальной нежностью, издают свой голос и как могут помогают птенцам. И нужно ли бессловесными животными доказывать сострадательность детям, когда и пчелы во время выделки меда мстят подходящим к ним, как железным жалом уязвляют приближающихся к улью их, и мстят даже до смерти. Но мать сих юношей, равную Аврааму, по душе не поколебала сострадательность детям». Да, это звучит достаточно эпатирующе для сегодняшнего читателя. Да, как бы мы согласимся с нашим автором, что как бы самое естественное чувство у женщины – это любовь к своим детям. И его сравнение биологическое вполне уместно здесь. Но он прославляет способность женщины превзойти эту любовь, превзойти это сострадание, сравнивая мать этих семерых юношей с Авраамом. Здесь надо опять же отметить, что Авраам, как в эллинистическом иудаизме, так и в раввинистической литературе, это образ не просто патриарха, праотца, от которого пошел в конечном счете еврейский народ, но это образ искателя Бога, это образ мудреца, который как бы
возвышался как гора над своими современниками. И вот именно с ним, ни с кем другим, сравнивает автор нашу героиню. О, рассудительность чад, сокрушительница страстей, и ты благочестие более вожделенное для матери, нежели чада ее. Значит, что такое, тут как бы, ну, перевод такой несколько витиеватый, рассудительность чад, по-простому разум детей, да, по-гречески это звучит логисме текнон. Вот, не очень понятно, что это значит, поэтому здесь были предложены эмендации, в частности, разум властитель чадолюбивых страстей, да, вот он, тут употреблено слово тюранос, да, он властитель, и ты благочестие, более вожделенная для матери, нежели чада ее. Мать, имея в виду два предмета, благочестие и временное спасение семи сынов ее по обещанию мучителя, наипаче возлюбила благочестие, спасающее для вечной жизни у Бога. О, как описать мне страстную любовь к детям, да дивно напечатлевающую сходство души и лица на маленьком обличии младенца. Мы видим, что наш автор как бы впадает в такой пафос, в красноречие. И опять же, сам его стиль абсолютно в рамках греческой риторики, а утверждение, что душа и облик подобны, значит, как бы между матерью и детьми, это утверждение, известное нам из философии стоиков. И особенно описать то, что матери гораздо сострадательнее отцов к рожденным страстно. Ибо матери, чем мягче душой и чем плодороднее, тем чадолюбивее. Но из всех матерей чадолюбивейшая была мать оных семи детей. В ней семь зачатий насадили нежность к ним. А многократные болезни рождения каждого из них заставили ее иметь сочувствие к ним. Мы видим, если вспомнить то, что было написано во второй Маковейской книге, насколько здесь он как бы впадает в такое вот полуфилософское, просто риторическое рассуждение на тему материнской любви. Но, боясь Бога, она презрела временное избавление чад от мучений. Притом и благочестие сынов, и покорность их закону усиливали нежную любовь ее к ним, ибо они были праведны, и воздержаны, и мужественны, и великодушны, и братолюбивы, и матеролюбивы так, что даже до смерти соблюдали законно и повиновались ей, матери. Но совсем тем, хотя такие качества их склоняли мать к чадолюбивой жалости, ни для одного из них не могли изменить убеждения ее разнообразные мучения. Напротив, каждого порознь сына и всех вместе сия мать побуждала умирать за благочестие. Мы видели, что во второй Маковейской книге у нее была общая речь ко всем детям и только обращение к седьмому сыну. А здесь он подчеркивает, что она каждого порознь убеждала. О, природа священная, и нежность родителей, и любозаботливое смышление и воспитание, и матерей неистребимые чувствования. Мать, смотря на каждого сына мучимого и сожигаемого, не изменила благочестию. Она видела тело чад, да, вот здесь он снова впадает в эти жуткие натуралистические подробности, которых нет во второй Маковейской книге, жаримых на огне, и пальцы ног и рук, трепещущие на земле, и кожа голов, с теми недоборот, лежащие, как маски. О, матерь, испытавшая тогда муки, горшие болезни рождения их! О, единственная жена, породившая благочестие полное! Не переменил тебя ни первенец твой, издыхая, ни второй, смотря на тебя жалостно среди мук, ни третий, испуская дух, ни ты сама, видя очи каждого из них, наискось посматривающие на собственное мучение при терзаниях их.
и ноздри их, предощущающие смерть, не рыдала. И подлетел чад, видя тела чад сожигаемые, и подле рук руки отрезываемые, и подле голов головы обдираемые, и подле мертвецов мертвых падающих на землю, и кладбище замученных чад, видя на месте сон моих, не плакала. Да, это, конечно, все звучит довольно жутко. При этом, опять же, постоянно он использует какие-то греческие мотивы. Вот обратите внимание на 21 стих. «Не так сиреновые сладкопения и лебединые песни завлекают слушающих к охотному слушанию, как голоса чад, зовущих мать среди мучений». Да, естественно, сирены – это образ из греческих мифов, но и лебединая песнь, да, известная лебединая песнь предсмертная, это, опять же, греческий образ, например, греческий, римский, это, например, нам известно из эклог Вергилия, и как бы автор владеет всеми этими текстами. Какими и сколькими страданиями мучилась эта мать сынов, терзаемых колесами и огненными муками, но благочестивый разум, укрепив ее нутро во время самых страданий, заставил ее презреть временную любовь к чадам, хотя она видела погибель семи чад, но как доблестная мать, облобызав их, лишилась их ради веры в Бога. Эта мать в душе своей, как в судилище, видя грозных советников, природу и Рождество, и чадолюбие, и чад мучения, она не согласилась. Да, и держа два приговора чадом, смертоносный и спасающий, не согласилась на спасение спасающее семь сыновей ее на короткое время, а вспомнила твердость благочестивого Авраама снова, как черь его. О, мать народа, оправдательница закона, защитница благочестия и страстотерпица матери утробного подвига, о, доблестная, доблестнейшая твердостью паче мужчин. Здесь, если во второй Маковейской книге он говорит, что она укрепилась крепостью мужчин, здесь он подчеркивает, что она еще более доблестна, чем мужчиной. И мужественнейшая в терпении паче мужей. Как Ноев ковчег, носимый во время всемирного потопа, нерушимо перенес волнение, так ты, законоплюстительница, отовсюду обливаемая потопом страданий, обуреваемая крепкими ветрами, мучениями сынов, доблестно претерпела бури ради благочестия. Интересно, что автор наш использует параллельно два образа. Не так давно мы читали, что он использовал образ корабля, выстаивающего в буре и приходящего к берегу, да, это образ из греческой литературы, а здесь он как бы черпает из еврейской литературы образ Ноева ковчега. Если же и женщина, и старица, и мать семи детей перетерпела, видя мучения чад даже до смерти, то благочестивый разум неоспоримо есть владыка страстей. Я доказал, что не только мужи господствовали над страстями, но и женщина презрела величайшие муки. И не так свирепы были львы около Даниэля, и не таким пожирающим огнем пылала речь с Мишаэлем, каким естественная любовь к детям жгла оную мать, видевшую семь сыновей ее мучивых. Да? То есть ее страдания были тяжелее, чем страдания известных библейских мартиров Даниэля и троих юношей, брошенных в огненную печь. Образ огненной печи еще появится в дальнейшем. Но благочестивым разумом эта мать угасила такие и столькие страдания. А нельзя не подумать, что если бы эта женщина, хотя и мать, была бы излива душой, то рыдала бы над ними и, быть может, говорила бы так. Точно так же, как автор приводил речь, псевдоречь детей ее, которые бы как могли бы пожалеть себя и уступить тирану. Так точно и она. «Как я бесполезна и злосчастна! Семь детей родила, а ни одному не была матерью.
Напрасны семь зачатий, и бесполезны 70 месячей, и бесплодно вскормление, и несчастливо млекопитание. Напрасно, дети, вас ради я перенесла многие боли рождения и тяжелейшие заботы воспитания. О, вы, безбрачные между детьми моими, и вы, бракосочетавшиеся, но не успевшие, не увижу я чад ваших, я не буду блаженствовать, слыша зов бабушка. А, здесь мы в первый раз узнаем, что среди этих сыновей были те, кто уже успели жениться. Да, во второй Маковейской книге такого рода подробностей не было. Многочадная и малочадная я женщина, но вдова и одинокая, безутешная. Когда умру я, некому из сынов похоронить меня. Но с такими словами ни над кем не рыдалась я, священная благочестивая мать. И никого из них не уговаривала не умирать и не скорбела об умерших. Мы здесь поставим на секунду точку и отвлечемся. Нам, наверное, сегодня не так-то легко не то чтобы понять, а солидаризироваться вот с этим пафосом. Пафос не совсем правильное слово, потому что он как раз выступает против патоса, а вот с этой философией. Мы, к сожалению, сегодня и вообще всегда, но сегодня особенно во время войны, когда, к сожалению, матери нередко хоронят своих сыновей и оплакивают их. И говорят слова, в чем-то похожие на те слова, которые говорит здесь могла бы говорить мать Семира. Не далее, как сегодня, рассказывали о смерти одного из наших солдат, и мать над его могилой говорила, я упрашивала его и умоляла, чтобы он не шел в боевые войска. Но он не послушал меня, и вот теперь я вынужден оплакивать его. И это настолько понятно, настолько тяжело. И как бы, наверное, выглядело бы диким, если бы матери эти поступали бы как-то иначе. Потому что это действительно страшно, потому что это ненормально, когда родители теряют своих детей. Так как, опять же, это известная фраза, опять же, из римской литературы, в дни мира отцы, родители, дети хоронят своих родителей. В дни войны родители хоронят своих детей. Да, это как бы ненормально. Понятно, что это ненормально. Но наш автор превозносит, опять же, способность это преодолеть. Да, преодолеть самое естественное. Любовь к сыну, любовь к ребенку. Надо сказать, он еще упомянет об этом, что упомянет это. Есть нечто подобное, и это усиливает сходство между нашей героиней и Авраамом. Есть нечто подобное в представлениях об Аврааме. Это подобное не рассказывается в Танахе. Оно как раз рассказывается в Мидрашах мудрецов. Это и не рассказывается в эллинистической еврейской литературе, как правило. Не помню сейчас, пишет ли в этом духе Филон, но в Мидрашах это очень четко представлено, что Авраам, когда должен принести в жертву Ицхака, он должен преодолеть отцовское чувство. И перед ним является Сатан, который его пытается
пытается воздействовать на это отцовское чувство. Безумец, говорит он, неужели ты не принесешь жертву сына, которого ты столько лет ждал, и он был тебе дарован уже в старости? И в Мидраше Авраам говорит «Аль-Нат-Кен». Такие слова. «Дай на это я готов. Ради этого». И вот нечто подобное исповедует здесь автор нашего текста. Вот в 13 стихе он говорит, но как бы адамантовый, имея разум. Да, вот это очень важная фраза. Адамантовый ум. А что имеется в виду адамантовый ум? Адамантовый ум, значит, очень твердый, несокрушимый, да, как бы адамантовый, имея разум, и как бы для бессмертия, вновь рождая такое же число детей, она еще больше увещевала и умоляла их умереть за благочестие. Да, то есть фактически, мало того, что здесь выражается идея бессмертия, да, с которой мы уже сталкивались в рамках этой книги, в речах самих сыновей, в речах Элиазара, вот это присоединение к сонму праотцов после смерти, да, своего рода воскресение и бессмертие, да, бессмертие душ. Но тут такая совершенно парадоксальная метафора. Она их уговаривает умереть, и при этом она как будто бы тем самым рождает их заново для бессмертия. Да, и причиной этого является не ее любовь к ним, а именно разум, который, повторяю, сравнивается по твердости с адамантом. То есть это как бы для нашего автора некая, опять-таки, принципиальная идея. Одну секунду. Да. О, Матерь, за благочестие божественное воинствовавшая, ты хоть и старец, и женщина, твердостью победила мучителя и словами и делами оказалась сильнее мужа. Он снова продвигает всю ту же идею. По природе она казалась женщина, а по своей силе своего разума, она оказалась сильнее мужей. Да, кстати, вот я по ходу дела проверил этимологию слова адамант, да, или по-гречески адамас, адамас, да, это буквально обозначает неодолимый. Да, значит, вот как бы такой это мифический металл, да, который служил материалом для богов. Иногда этим словом, кстати, обозначают и алмаз, сравнивая их по твердости. Ибо, когда ты была взята вместе с детьми, стояла, смотря на Илиазара мучимого, и говорила детям еврейским языком. Кстати, во второй Маковейской книге, я уже говорил об этом, нет прямой связи между историей Илиазара и историей семи детей. Они приводятся друг за другом. А здесь это как бы некоторая
нарративная последовательность. Они видели мать и семеро сыновей мучили, как Элиазар, старец Элиазар принял мученическую смерть. «О, дети!» — говорила она им. Да, здесь приводится такая общая речь ко всем детям. «Доблестен подвиг, к которому вы призваны, дабы свидетельствовать о несогласии народа». Да, это важно отметить здесь, что они свидетели. Некоторые считали, что здесь имеется в виду свидетели в суде. Да, вот, судебное свидетельство. Но на самом деле это маловероятно, как предполагают другие комментаторы, потому что ни в каком преступлении против закона они, собственно говоря, не замечены. Да, их просто пытаются заставить отвергнуть свою веру. Поэтому, судя по всему, это одно из первых произведений, где слово «мартус» – «свидетель» используется действительно в значении свидетельства за веру, и отсюда уже как бы происходит значение мартир как мученик. «Подвязайтесь же усердно за отеческий закон, ибо стыдно вам, юным, бояться мучений тогда, как этот старец переносит страдания за благочестие». Это мы уже с вами обговаривали. И... Простите, пожалуйста, Дима, вопрос. А разве не подчинение приказу царя не является преступлением, за которое можно судить? Вы понимаете, в чем дело? Это, ну, это, собственно говоря, вот теми комментаторами, которые вот говорили о том, что это свидетельство в суде, вот они как бы этот аргумент и приводили. Но в то же самое время надо иметь в виду, что здесь нету суда, нету прокуроров. Это все не носит характер судебного заседания и судебного, как бы, судебного разбирательства. И кроме того, как, опять же, я говорю, что как бы, обычно в такой ситуации, чтобы свидетельствовать надо, имея на то юридические основания. Ты считаешь, тебя ложно обвиняют в нарушении закона, и ты тогда говоришь, я никакой закон не нарушил. Но они не это свидетельствуют. Они свидетельствуют, что царь на самом деле безбожник и преступник, тиран, который ведом своими страстями, а они действительно представители истинного Божьего закона. В этом состоит их свидетельство. Поэтому это все-таки не совсем судебное разбирательство. Спасибо. Помните, что вы для Бога явились в мир и стали жить. А посему ради Бога должны терпеть всякое мучение. Да, вот как бы тут напрямую ставится зависимость, вот это свидетельство от готовности вынести страдания. Ради его и отец наш Авраам, вот это место уже напрямую упоминается, связанное с жертвоприношением Ицхака, ради его и отец наш Авраам спешил заклать народа прародительного сына своего Ицхака, а Ицхак, видя руку отца с ножом, занесенную на него, не устрашился. Это мы уже с вами отмечали, что в отличие от библейского текста, где Ицхак как бы не проявляет никакой инициативы и готовности умереть. Это было как бы вчитано в текст комментариями как раввинистическими, так и здесь. Да, он как бы тоже своего рода мартир. Он готов умереть ради Бога. Дальше она вспоминает примеры, которые уже звучали. И Даниил праведный,
брошен был вам, и Хананья, и Азарья, и Мишаэль ввержены были в печь огненную и терпели ради Бога, и так и вы, имея одну и ту же веру в Бога, не устрашайтесь. Ведь безрассудно ведущим благочестие уклоняться от мучений. Да? Это надо уметь принимать. Такими речами седьмироматер, это, кстати говоря, точный перевод греческого термина, и это апокс, и в греческом языке тоже. Да, по-гречески сказано «хэ эптометр», буквально действительно «седьмижды мать», «седьмироматерь», увещевая каждого из сынов, убеждала лучше умереть, нежели нарушить заповедь Бога. К тому же они знали и то, что умерши для Бога, они будут живы у Бога, как Авраам, Ицхак и Яков, и все патриархи. Да, то есть снова идея о том, что их ожидает вечная жизнь. И еще один стих прочтем перед тем, как сделать небольшую остановку. Говорили же и некоторые из копьеносцев, что когда надлежало ее вести на смерть, она, дабы кто-либо не коснулся ее тела, а я не осквернил ее, своим прикосновением сама бросилась в костер. А во второй Маковейской книге мы помним, что говорится, после них умерла и мать. Здесь говорится о том, что она покончила собой, как бы покончила собой не от отчаяния, а от того, что она как бы тоже была готова на такую мученическую смерть. Мы в следующий раз сравним этот текст с текстом, с текстом Талмуда и Мидраша, который тоже описывает эту историю, и посмотрим на сходство и различия между этими текстами. Вот, но я хотел бы сейчас на секунду отвлечься от еврейских текстов и вспомнить текст греческий. Я думаю, что многие из вас помнят, что есть такая история о том, как греки вышли на войну с троянцами, и Агамемнон, царь Агамемнон, который их вел, столкнулся с тем, что ветер не дает кораблям отплыть от берега. И тогда он обратился с оракулом, и ему было сказано, что есть единственная возможность реализовать свой замысел. Это возможность принести в жертву богине Артемиде его дочь Ифигению. И он в результате это делает. Он в результате это делает и приносит ее таки в жертву. Правда, там в самом конце происходит нечто напоминающее рассказ о жертвоприношении Ицхака в Торе. Да, Торе Бог отводит руку Авраама, а в истории с Ифигенией она как бы ее как бы спасает сама богиня Артемида, которая заменяет ее ланью, да, вот как раз тоже очень похожа на историю с Ицхаком, и сама Ифигения, ее забирают, Артемида превращает ее в свою жрицу. Но меня сейчас интересует не этот момент. Как бы само по себе очень интересно это сравнение между историей жертвоприношения Ицхака и историей Ифигении.
И меня интересует то, как греческий знаменитый, один из самых крупных греческих трагиков, Еврипид, в своей трагедии «Ифигения в Авлиде» описывает мать. Мать. И я вам сейчас прочту небольшой отрывок, где мать Клитемнестра пытается воздействовать на Агамемнона и заставить его отказаться от своего замысла. Она рассказывает сначала историю их женитьбы. И говорит: а ты скажи, подумал ли, когда в поход уйдешь надолго ты, что будет? Что будет с сердцем матери ребенка, которого зарежешь ты, Атрид? Как эта мать осуждена глядеть на ложе мертвой, на ее гнездо пустое, дни за днями одиноко, смотреть и плакать, и припоминать, и повторять сейчас, на о дитя, отец тебя убил, никто другой. Скажи, Атрид, ты разве не боишься расплаты? И далее. Я жрец, ты говоришь, а не палач. Жрец, а какой, скажи, Атрид, молитвой благословение призывать на нож, ты думаешь, подъятый на ребенка, на плоти кровь свою безбожную? А я, могла ли б я с тобой молиться? С убийцей и за убийцу нет. И если б Бог, малютку пожирая, от матери еще молитвы ждал, он был бы глуп. И так далее. Еврипид, на самом деле, трудно сказать, как бы, на чьей стороне у Еврипида здесь, как бы, симпатии, что ли. Да, в каком-то смысле это трагедия Рока, которую Еврипид пытается преодолеть. Еврипид – это последний из великих греческих трагиков, и он действительно, у него очень сложные отношения с Роком. Агамемнон, он как бы человек, подчиняющийся Року и идущий вслед за судьбой, и это, вообще говоря, в глазах греков было некой доблестью, опять же, на которую были способны главным образом мужчины, а не женщины, потому что женщины живут страстями. И Клитемнестра тоже живет страстями. Мы знаем, что произошло потом. Она отомстит своему мужу, она изменит ему, а потом убьет его, когда он вернется из Троянского похода. Но звучит то, что она здесь говорит, как обвинительный приговор тому, кто готов принести своего ребенка в жертву. Клитемнестра из Еврипида – это полная противоположность героини, нашей героини, которую мы сейчас описывали. Для Клитемнестры не существует никаких рациональных доводов, которые бы могли отменить силу материнской любви. Для автора второй и четвертой Маковейской книги такие рациональные доводы существуют, и он их прославляет. И как бы во главе угла ставит верность божественному закону и соответственно, разуму. И эта смерть, как говорит наш автор, имеет, опять же, спасительное значение. Как он говорит здесь во втором стихе: «О матерь, семью детьми положившая конец насилию мучителя и уничтожившая худые замыслы его и доказавшая доблесть веры, ты, как кровь, отважно водруженный над столбом детей, незыблемо перенесла сотрясение от мучений». Да, мы уже говорили о том, что автор имплицитно сравнивает мать детей с
премудростью из книги притчи, которая построила на 7 столбах свой дом. Так вот, и она построила это на 7 детях. И так дерзаю матерь со священную душою, мужественно, имеющая терпеливую надежду на Бога. Не так величаво явилась луна на земле, на небе со звездами, как ты стала честна у Бога, света приведших к благочестию равнозвездных 7 детей, и утвердилась в небе с ними. Да, это, опять же, поразительная такая метафора, в рамках которой он фактически образ звездных героев, которые на самом деле становятся обожествляются по смерти, становятся фактически астральными божествами. Это, конечно, образ греческий. Мы встречаем его и у Платона, и у других авторов, но он проник и к еврейским авторам. Например, Иосиф Флавий пишет в «Иудейской войне»: «Кто из добрых людей не знает, что души, отторгнутые от тела мечом, в боевом строю находят радушный прием в чистейшем из элементов эфире и размещаются на звездах?» Да, звезды обладают неким разумом, а души таких праведников подобны звездам и обладают такой же чистотой. И наш автор не боится этого образа. И подчеркивает снова: «Ибо чадо рождения твое было от Авраама, отца». И она является проводником света. Да? Тут такой сложный глагол: света приведший, да? Осветившая путь. Причем интересно, что здесь игра слов, потому что по-гречески фос, с одной стороны, свет, а с другой стороны, фос – это муж, мужчина. То есть она как бы световодительница и мужеводительница. Мы здесь поставим точку. Я на этот раз, вместо того, чтобы спросить, как бы пригласить вас задавать вопросы, я бы хотел обратиться к вам с вопросом. Да, вот как бы, как вы оцениваете то, что здесь описано, особенно на фоне сравнения с героиней Еврипида, Клитемнестрой, которая отказывается принимать какую бы то ни было идею о том, что родитель может пожертвовать своим ребенком ради чего бы то ни было. Что вы думаете про это? Есть ли у вас какие-то мысли на эту тему? Какие-то идеи? Можете ли вы что-то на эту тему сказать? Дима, да. Как это увязать, скажем, Шолохой, что когда человеку грозит такая опасность, смертельная опасность, он может, в общем-то, отклониться от всех. Он обязан спасти свою жизнь. В данном случае весь этот мартиролог, он не укладывается в современную Аллаху. Смотрите. Насколько родители могут своими детьми распоряжаться? Да. Это вопрос. Да, ну, надо на него невозможно ответить. На сегодня на него невозможно ответить. Я согласен, во-первых, что невозможно на него ответить насчет распоряжений. Но здесь идет речь все-таки о детях, которые распоряжаются сами собой, а на их только
как бы убеждает и подталкивает, потому что это не маленькие дети. Но что касается Аллахи, то Аллаха, вообще-то говоря, определяет, что должен делать сам человек, когда он находится перед выбором между жизнью и смертью. И, как я уже упоминал, Аллаха здесь, Аллаха – раввинистический закон, он как бы достаточно гибок. Он, с одной стороны, утверждает, что ради жизни можно пожертвовать исполнением почти всех заповедей, за исключением трех, которые мы упоминали. Попытку склонить к идолопоклонству, запрет на идолопоклонство, запрет на убийство и запрет на разного рода сексуальные запреты, но при этом подчеркивает, что это случаи индивидуального и непубличного давления. Если же давление является публичным на людях, то человек должен быть готов умереть за все заповеди. Если это не просто индивидуальное, а это то, что называется шат-ашмад, то есть в период гонений на еврейскую веру, то человек должен быть готовым пожертвовать собой ради исполнения любой из заповедей. Но это говорится про самого человека, не про его отца или мать. В этой связи я вспоминаю, это действительно, наверное, самый тяжелый вопрос, самая тяжелая ситуация. Я помню, что, не помню сейчас фамилию раввина, Рав Майзелс, который был узником, если я не ошибаюсь, узником Освенцима и уцелел. Он рассказывал историю другого рода, но в чем-то похоже. Когда к нему пришел человек и обратился к нему с вопросом как к раввину в лагере. Сказал, что вот сейчас группу детей увозят, по всей видимости, на смерть, и что у него есть возможность заменить своего ребенка другим. Имеет ли он право это сделать, чтобы спасти свое дитя? И вот этот Рав Майзелс, он пишет, что мне, я не мог дать ему никакого ответа. У меня не было этого. И отец сказал ему, заливаясь слезами, что из того, что вы не можете дать четкий ответ, я заключаю, что вы не готовы подтвердить мое право пожертвовать своим спасти моего ребенка. И он таки, как пишет этот Рав Майзелс, не заменил его и сошел с ума. Это совершенно жуткие вещи. Вот, повторяю, это не совсем та же самая ситуация, но в чем-то здесь есть сходство. И как бы не всегда это можно решить чисто галахически. И еще раз повторю, мы сейчас находимся в ситуации не такой, а как бы идет война. И возникает вопрос. Те родители, которые соглашаются, я не говорю, убеждают своих детей, но соглашаются с их волей и желанием идти на войну. Тот же самый погибший солдат, которого я сегодня упоминал в начале занятия, говорил там на похоронах не только его мать, но и отец. И отец со слезами тоже говорил: «Я не просил тебя, я не хотел быть отцом павшего героя. Но теперь я вынужден быть отцом павшего героя и гордиться этим, несмотря на то, что я этого не хотел». Да, это совершенно жуткая ситуация. И как бы
есть те, которые удерживают своих детей, возможно, от такого выбора. Есть те, которые не идут. Мы знаем сегодня, какой раскол в израильском обществе именно на эту тему. Я сейчас не собираюсь вдаваться в эту сложнейшую тему, связанную с мобилизацией и прочим, но да, мы свидетели вот как бы такого страшного выбора, который делают родители, надеясь, естественно, и молясь о том, чтобы их дети остались живы, но, к сожалению, есть тяжкие истории. И у меня лично нет ответа на этот вопрос, как правильно. Да? Дима, Не... Да. Когда вы обращаетесь с таким вопросом, ну вот, у меня, например, нету детей в армии. Да. То есть там просто потому, что девочки уже взрослые. Да. Но это совершенно невозможно на него ответить, даже попытаться подумать, как на него ответить. Невозможно. Да. Дети, которые там, вот у вас сын в армии, то есть это означает, что он просто нас защищает. Да. Нет никакой возможности довести эту логику ни до какого, ни в какую сторону. То есть это просто... Он неразрешим. Нет, Да. Я не права. Я с вами совершенно согласен. Я согласен с вами, Маша. Это вопрос действительно, на мой взгляд, неразрешимый. И каждый делает этот выбор сам. И опять же, мы читаем этот текст, древний текст, который вдруг неожиданным образом задевает какие-то очень существенные струны в нашей душе сегодня. И при том, что автор для себя этот вопрос решает, как бы, да, очень четко занимая позицию. Мы сегодня как бы находимся в состоянии вот такой вилки. Нам очень трудно. Да, мы можем понять, может быть, рационал, но как бы для него очевидно, что разум должен превалировать над чувством. Для нас сегодня это совершенно не очевидно. Ну хорошо, есть ли у вас какие-то еще вопросы или замечания? Прошу прощения, насчет того, что у него разум там над чем-то превалирует, да. Я бы как бы не была настолько уверена, потому что, судя по тому описанию, которое он дает, он просто садист. И сравнивать мать эту несчастную с Авраамом, слушайте, Авраам должен был зарезать своего сына, а не сдирать с него кожу и так далее. То есть такое впечатление, что вообще вся эта описанная история, она внутренне противоречива. Потому да. что сам автор явно, так сказать, обладает какими-то нездоровыми психическими особенностями. Вы уж меня извините. Нет, я понимаю то, что вы говорите, Саша. Смотрите. Он их смакует просто. Вы знаете, что я вам скажу? Он их на самом деле не смакует, потому что он как бы следует некоторым литературным конвенциям. Да, он хочет, во что бы то ни стало, хочет как бы заострить конфликтную ситуацию, поляризовать ее, накалить до предела, наэлектризовать своих читателей и слушателей, чтобы показать, насколько эта ситуация была пороговой, пограничной. Такие вещи делались. Я не думаю, что он лично, то есть мы не знаем, каким был этот автор, поскольку это не только он написал, да, мы видели это и во второй Маковейской книге, просто не в таких подробностях, но он пишет своего рода философский трактат. И он поэтому, ну вот, как бы он это делает так, как он может. Мы увидим в следующем... Ну да, молот ведьм это называется.
мы увидим, как... Вся инквизиция там вот в сжатом виде. Я понимаю, я, собственно говоря, совершенно намеренно я и вызвал слушателей вот на такого рода реакции. Да, потому что это и у меня вызывает подобного рода чувства. В то же время я понимаю, что автор, живший в те времена, воспринимал это иначе. Воспринимал задачу. Да. Извините, я тоже согласна с тем, что есть в этом большое, как-то ощущается внутреннее противоречие. Может быть, этот последний вопрос мне помог. Вот у христиан, по-моему, вы это упоминали, у христиан мученичество – это результат страсти, да, это прямо обратное разуму. Автор этой книги говорит и утрирует ситуацию, объясняя, что здесь мученичество, это мученичество ведет, что разум его ведет. То есть, но при этом эмоционально, я не знаю, вот я когда слушаю, эмоционально во мне все сопротивляется тому, я... что это разум, что действительно разум ведет. То есть я материалист, но протестует разум, там мы к этому привыкли, что разум... Ну, сейчас я запуталась, но понятно, что я говорю, да, что на самом деле все ощущения от этого чтения, они сопротивляются того, что этим мученичеством руководит разум, а не какая-то утрированная страсть. Мне кажется, это не столько даже страсть, это экзальтация. И экзальтация. Как раз, насколько я понимаю, во-первых, аналогия с родителями современными, потерявшими ребенка на войне, не проходит, потому что, как я понимаю, экзальтации не было, и вообще она не в еврейской традиции, потому что Надав и Авиху, собственно, они были убиты за экзальтацию, они же ничего плохого не хотели, они просто вот в своем порыве пошли немножко дальше. То есть это противоречит еврейской традиции, по-моему, но вы меня поправите. Смотрите, это зависит от того, как интерпретировать историю про Надава и Авигу. Это уже отдельный разговор. Она по-разному интерпретировалась в разных текстах. Но я согласен с тем, что здесь есть несомненно, вы нашли правильное слово, здесь несомненно есть экзальтация. И это является одним из, видимо, одна из целей этого автора. Он действительно наращивает экзальтацию. Это, несомненно, так, я с вами полностью согласен. Смотрите, мы в следующий раз, уже дочитав эту историю, мы сравним ее с тем, как эта история представлена в раввинистических источниках. Да, она Ой, нас... можно еще одно да. добавить? Да. Мы с Левой учили вот насчет этого самого, ну, эту нить в циците. Да. И там как бы вот почему эти законы настолько строгие. Короче, да. Чем ближе подходит человек к чему-то священному, да. Тем опаснее экзальтация, и тем нужно... Просто до запятой следовать закону. И никакого вот этого не должно быть. Ну ладно, вот это вычеркните. Не-не, так ради... Извините, но слово экзальтация здесь неуместно. Это вера, глубокая вера. Причем же экзальтация? Экзальтация – это ненормальное состояние человека. А это глубокая вера, которая у него с детства в нем. Причем здесь экзальтация? Опять же. Экзальтация может быть не столько даже у самой героини, сколько у описания описание того, как эта мать себя ведет. Да? То есть во второй Маковейской книге, опять же, это описано гораздо более экономно и скромно. Здесь он как бы действительно очень усиливает все эти как бы такие вот острые
острые ноты. Но, опять же, повторю, поскольку время наше уже как бы вышло, и мы сейчас будем с вами завершать наш разговор, я предлагаю в следующий раз, завершив этот текст, сравнить его с тем, как это описывается в раввинистической традиции. Есть по меньшей мере два таких текста, мы увидим. Один текст в Мидраше и Хараба, а другой в Вавилонском Талмуде. И мы почувствуем вот эту разницу между двумя как бы мирами. Между двумя мирами. Вот. Ну, я рад, что у нас как бы возник этот диалог, потому что я не знаю, уместно или неуместно сравнение с сегодняшним днем, но я думаю, что современного читателя, и особенно живущего в Израиле, то, что здесь описано, не может не задевать, да, потому что это действительно как бы сама эта тематика, она висит в воздухе. Вот. Я благодарю вас за внимание. Вот. Спасибо за ваше участие, за ваши вопросы и замечания, и мы как бы завершим этот разговор в следующий раз. Спасибо большое. Спасибо большое. Будьте здоровы. Спасибо.